Простейшая, но вместе с тем гениальная задумка посмотреть фильм под открытым ночным небом в автомобиле появилась в 30-х годах прошлого столетия. Американец Ричард Холлингсхенд организовал такой сеанс в своем дворе. В нынешнее время подобных кинотеатров существует огромное количество по всему миру. И вот теперь фильм под открытым небом можно посмотреть и в Видном. Торжественное открытие автокинотеатра на площадке у Дворца спорта «Видное» состоялось 16 июня. Несмотря на дождливый вечер, желающих насладиться просмотром фильма «Под открытым небом» собралось немало. Приятно, что сегодня действительно собралось очень много гостей, очень много машин, несмотря на то, что долго откладывалось открытие и реклама только набирает свои обороты, но, тем не менее, мы видим, сегодня площадка практически полная. Посетители заезжают на своих машинах на оборудованную площадку, предназначенную для просмотра увлекательного кино, необычного романтического свидания или дружеского общения. Так же, как и в обычном кинотеатре, желающие могут приобрести попкорн и напитки. В дальнейшем будет и передвижной буфет. Не выходя из машины, то есть они будут смотреть кино, как смотрят, и то есть официантка принесет попкорн и напитки. Передача звука происходит через особый датчик малого FM-диапазона на магнитолы. Необходимо, чтобы последние были настроены на указанную волну. Билеты продают не людям, а машинам. Поэтому не важно, сколько человек находится в автомобиле. Очень доволен, то, что наконец-то у нас в Видном появился такой летний кинотеатр. Мы с удовольствием с моей девушкой будем приезжать сюда. Да, замечательно, в принципе, что-то новое, очень хорошее. Сейчас посмотрим, во что вольется. Рядом с домом здорово. Отлично. Думаю, будет интересно. Показы планируется проводить каждый день. В будние 2 сеанса, а выходные 2 или 3, в зависимости от погоды. Вся информация о фильмах будет появляться в социальных сетях. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.